Доброго времени суток, любителям проверить мою еженедельную удачу. Сегодня мы вновь вскроем сундучки на монахе, на ДК, на варе. Начнем же. Что я хочу полутать на монка? Да что-нибудь классное, не знаю, там 425-е сапоги. Что это? Это плюмаж 410-й. Зачем он мне? А да фиг его знает. Ну да ладно. Как говорится, на продажу пойдет усадьба, модификаторы, взрывной сотрясающий укрепленный. Хорошие, классные модификаторы. Очень добрые, лояльные к рандомам особенно. Сегодня у нас 17 число, среда. Анонсирован новый рейд, горнило штормов. Анонсирован он еще был давно, а именно с сегодняшнего дня в него можно ходить, бегать, покорять его в обычной и героической сложности. Быть может, я даже постримлю его освоение, если буду нужен. Так как за 2 месяца моего отсутствия в игре очень многое, скорее всего, поменялось. И очень много, наверное, изменилось в сетапах и многом различном. Так что, если вдруг, то абсолютно все анонсы есть в ВК-группе. Ну и ссылочки в описании, конечно, полезны. Это факт. На ДК колечко хочу до сих пор. Ну не такое, ну нет, ну с хостой надо. Ну ладно, пойдет, наверное. Я подумаю. Эх, почему оно не с хостой? Хотя оно могло упасть то же самое. В теории это было бы еще обиднее, а так потенциально это апгрейд. Только минус хоста плюс другие статы. Хоста ценнее, чем другие статы. Да, тут нужно думать насчет этого. Решение не из легких. Ну, навара, может, что-то упадет. Тринкет упал. Щит-меч есть. Что можно залутать? Колечко будет весьма неплохое. Плащик. Перчатки. Да. Эти вещи конкретно апают по этому левелу. Ну и по статам, соответственно. Почему так падает, я не понимаю. То есть, я на ДК хочу кольцо, мне падает... Что-то упало. А, ну да, кольцо, в принципе, но только с другими статами. Тут я хотел вообще не особо-то кольцо, если честно. Так, среднее. Падает кольцо, да еще и с хостой. Спасибо огромное. Ну что ж, всех вам благ. Счастья, здоровья, думаю, вам упадет хороший лут, лучше, чем мне. И он будет действительно желанным. До встречи на стримфесте, берегите ноги, до скорого.